Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам портал в Алмазный мир в Майнкрафте PlayStation. Ну что ж, сейчас я нахожусь около своего домика, у которого, к сожалению, нет двери. Но самое главное у нас, конечно, находится внутри. Вот наш алмазный портал, друзья. Вот так он у нас выглядит. И да, и чтобы я показал вам, как сделать этот портал, давайте наберем 100 лайков. После чего я выпущу видео, как сделать этот портал. Но мы сегодня рассмотрим его главные функции. Ну что, надеюсь, все готовы, а мы просто заходим в этот портал, после чего мы появляемся в вот таком алмазном мире, друзья, и с каким-то шансом, с малым шансом в вашем мире может появиться алмазная деревня, друзья, в которой будет все сделано из алмазов, или, можно сказать, из алмазных блоков. Ну, это же разве не великолепно? Даже здесь нет бедрока, друзья, здесь все целиком сделано из алмазов, давайте я сейчас покажу. Как видите, все из алмазов или алмазных блоков, можно сказать так. Никакого бедрока, никакой земли, все из алмазов. Если у вас с собой железная кирка, то вы попали в рай. Но, конечно, с собой вам нужно иметь и верстак, друзья. Как видите, мы здесь все копаем. А также, если вам нечего делать, вы можете взорвать этот алмазный мир с помощью динамита, который хорошо довольно взрывается. Да, если кто-то не знал, то алмаз очень хорошо взрывается. Так. Ну и просто наблюдайте вот за этой красотой, которая случается в этом мире. Ну что ж, надеюсь, все готовы набрать 100 лайков. Ну а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.